Да, проигрывая 2-0 в начале встречи, сибиряки отыгрались и уже ведут со счетом 6-4. Вот это командный чемпионат, он интересен, командный нокаут, командная борьба. Очень интересные соревнования. И хочу напомнить то, что сейчас буквально через две недели будет проходить в Румынии первенство Европы юниорское. И уже Международная федерация дзюдо утвердила, что эти соревнования тоже будут проходить три дня. Индивидуальные, то есть личные, а четвертый день у них будет проходить в команде. Команда все равно очень интересная. А у нас идет прошло уже более минуты на татами. Пока еще счет на табло не изменился. Пока еще по нулям. Но вот арбитр объявил замечание Шиба спортсменке в синей дзюдоге. Сейчас идет удержание. Все. Спортсменка. Представитель команды Сибирского федерального округа одержала победу в этой встрече со счетом 10-0. И счет командной встречи уже 7-4 в пользу себя.